Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Лето 2014. Спокойным не будет. Риск возникновения пожаров очень высок. Об этом рассказал начальник МЧС Югры. Александр Тертока сообщил, что сегодня в целом на борьбу с возгоранием в лесном массиве готовы выйти 13 тысяч человек. Привлекают и дополнительные резервы. План по тушению пожаров уже сформирован. Документ утвержден Рослесхозом и губернатором Югры Натальей Комаровой. В прошлом году произошло порядка 630 пожаров на территории округа, и площадь, охваченная огнем, составляла более 50 тысяч гектар. На территории в 536 тысяч квадратных километров своевременное реагирование обеспечить очень сложно. Тем не менее, уже сейчас заключены договора авиабазы и охраны лесов на привлечение 33 воздушных судов. Новости за неделю. Достоверная информация из первых рук. Злободневные темы, объективная аналитика. Программа «Телевизионный обзор новостей» о наиболее важном и интересном в городе, округе, стране. Каждое воскресенье на каналах «Сургут Интерновости» плюс СТС, ТВЦ, ТВ3.